Сегодня для вас работает дуэт комментаторов Антон Никитин и Максим Лисовой. Максим, я тебя приветствую. Как обстановочка у Бровки поля? Да, Антон, привет. Привет всем, кто к нам присоединился. Да, действительно, принципиальный матч. Давай переходить к составам. Человек с опытом игры в элитном российском дивизионе, арендованный на вторую половину этого сезона махачкалинским клубом. В турнирной таблице, но чтобы команда с шестой позиции имела такой показатель пропущенных, это абсолютный нонсенс. И нужно вообще поизучать, не рекорд ли это. А здесь момент, вот он момент. Воропаев снял мяч прямо с головы у Гаджимурадова. Ну, давай повтор как раз посмотрим. Вот она следует, подача. Да нет, добрался. Действительно, первый добрался до мяча Гаджимурадов. Передача следует налево. Здесь Воропаев, как всегда, очень активный. Хорошо играет в полуфланг. Весли, оставление. Султонов красиво разыграли по геометрии. И пробил Султонов, но вот это было неплохо. Это было неплохо, и это то, чего мы от Родины в сегодняшнем матче практически не видели до этого момента. Отмечали мы, что удары из-за предела штрафной площади, ну, тоже просто в этом смысле шаром покати было у московской команды. Ну, во-первых, все пояснить, и, во-вторых, попытаться приободрить. Ой, момент, какой гол! Ну вот и забивает Родина, это случилось, и сработала замена. Гордюшенко в падении направляет мяч в ворота. 1-0. Вот так мы просыпаемся, и буря эмоций на стадионе, домашнем стадионе Родины. И ты знаешь, абсолютно, если честно, все это неожиданно. Долго-долго пытались растянуть. Партнер по команде Глушков такой, причем ой-ой-ой. Ох, вот такой мяч, курьезный мяч. В исполнении Тимошенко 2-0. Забивает Родина. 2-0. Тимошенко все прочувствовал, все увидел. Молодцы, московские футболисты. Это как в кинематографе, когда самый, знаешь, спортивный фильм, самый-самый важный эпизод матча, и все застывают, смотрят, провожают взглядом мяч, и он все-таки ныряет в ворота. Драматургия хорошая. 2-0. Ну что, у нас практически 2 минуты добавлены и истекли. Друзья, я с вашего позволения попрощаюсь, поблагодарю вас за внимание и пойду брать после матча интервью, так что не переключайтесь ни в коем случае. Тебе, Антон, тоже огромное спасибо. Да, спасибо говорим Максиму Лисовому, ждем интереснейшее интервью. Ну а я напоминаю, что Родина побеждает в этом матче со счетом 2-0.